Эпидемиологи рекомендуют первоуральцам соблюдать меры профилактики простудных заболеваний. Только за неделю в Свердловской области зафиксировано более 40 тысяч случаев ОРВИ. Как отмечают специалисты, такой показатель хоть и ниже уровня прошлой недели на 1,7%, но значительно превышает многолетний уровень на 30%. В целом же, по словам медиков, в регионе наблюдается стабильная и управляемая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В рамках специального мониторинга с 15 по 21 января на Среднем Урале обследовали 814 человек. У них доминирует грипп А. Также выявлены острые вирусные заболевания, штаммы коронавирусной инфекции второй группы, патогенности, сезонные коронавирусы и аденовирусы. В основном болеют дети. Эпидемиологи рекомендуют горожанам регулярно и тщательно мыть руки с мылом, избегать прикосновений к своему лицу, соблюдать масочный режим и не забывать о социальной дистанции, при появлении любых признаков болезни оставаться дома и сразу обращаться за медицинской помощью.